Есть такая традиция. Сборная России снова чемпион Европы по футболу. На мотоциклах. В финале играли с французами. Тяжелый соперник, как бы тогда всегда принципиальный особо такой соперник у нас. Да, 5-1 выиграли в финале. Забил из них из 5 я 3. И 16 метров сейчас пробьет сборная команды России. За 10 минут 40 секунд до конца третьего периода. Удар! Гол! 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 И кто это? Сергей Крошка! Сергей Крошка, игрок Ипатовского «Колоса». Скорость игроков на поле до 100 км в час. Мяч в два раза больше футбольного. Летит как снаряд. Если неправильно поставить руку или там попадет, где ты не ожидаешь этого, очень больно, можно получить серьезную травму, вплоть до сломать руку. Часто выбиваешь пальцы, страдают плечи, страдают локти, голеностопы. Эти спортсмены не бегают по полю, но обувь им нужна самая прочная, из автомобильных покрышек. Подошву мы выбираем всегда. Советские есть старые покрышки, там с москвича, с копейки подходят, ну и видите, есть покрашено. Там мы вот в огородах их кто-то закапывает, а мы вот найдем советка, вот нам подходит. Футбол не сравнится с мотоболом. Смотрите мотобол. Как два самых успешных клуба год за годом делят первое место. Это все не просто, когда ты привык побеждать. Главное не победа. Главное, когда ты выиграешь чемпионат и на следующий сезон защитить этот титул. Это в два раза сложнее. Вот. И мы с этим шли очень долгие годы. И вот в этом году у нас не получилось. Все ребята очень непросто это воспринимают, потому что все привыкли побеждать. Видимо, наша привычка зашла настолько далеко, что мы не смогли. Да, спорт у нас такой суровый, своеобразный. Так что это? Футбол, хоккей, рыцарский турнир или бой гладиаторов на мотоциклах? Может быть, драка. Либо нанесение серьезной травмы сопернику умышленно. Либо можно ударить судью или там поругаться на него матерно. Ну, бывало и такое. Почему один из самых зрелищных видов спорта прозябает в забвении? В Европе развивается мотобол, там гораздо больше команд, чем у нас. Раньше у нас только было. Но будем надеяться, у нас тоже все возродится. Мотобол – это моя жизнь. Воздух, жизнь, молодость – все. Мотобол – один из самых странных способов поиграть в мяч. Невероятно зрелищная, но почти забытая всеми игра. Достаточно непросто объяснить человеку, который его ни разу не видел вживую. То есть в интернете люди смотрят, как бы, ну да, интересно, но не настолько, чтобы прям стать фанатом этого вида спорта. Иван Криштопа, 30 лет. Защитник команды «Металлург» из Видного. Десятикратный чемпион Европы. Пас на Ивана Криштопу. Удар! Нет, не доходит дело до удара. Там Энтони Матье помешал сейчас Криштопе пробить.
Смешав совершенно разные вещи, футбол и мотоциклы, спортсмены в огромных ботинках с ревом гоняют по полю огромный шар и, рискуя переломать руки-ноги, совершают невообразимые трюки, чтобы загнать его в ворота. Ну а сейчас французы разыграют мяч 8 минут 20 секунд до конца первого периода. Номер 6 Энтони Матье здесь, возле центра поля. Надо перекрывать сезон и не дать Энтони пройти туда, к нашим воротам. Эту необычную, яркую, скоростную игру придумали французы. Почти 100 лет назад им пришло в голову сыграть в футбол, сев на мотоциклы. С тех пор почти ничего не изменилось. В команде 4 игрока и пеший вратарь. Размеры поля и ворот, как в обычном футболе. Достаточно непросто все это управлять мотоциклом, тормозить, там, переключать передачи, увидеть другого игрока и при этом всем вести мяч. И чтобы у тебя его не забрали. Иван Криштопа. Шумят, поддержит трибуну. Криштопа. Удар. Гол. 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 Забивает Иван Криштопа. Иван Криштопа открывает счет. Первый пошел. Во второй половине 20 века эпидемия мотобола захлестнула Советский Союз. Он стал невероятно популярным. В стране играли больше 200 команд. Они были едва ли не в каждом райцентре. А сборная страны регулярно привозила из Европы золото. В моем городе, где я родился, это Краснодарский край, город Тихорецк. Была великолепная команда. Будем надеяться, что она возродится. Вот. И они вышли в 80-м году в высшую лигу. Андрей Павлов, старший тренер команды «Металлург», заслуженный мастер спорта России. У нас был бум, все ходили, кто не помещался на тополя. Он влюблен был в мотобол, как и все мальчишки, и был набор. Я пришел, нас 300 человек набрали, и из 300 потом осталось, по-моему, 8 нас. Вот, образовалась команда. И мы играли, 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 доигрались до второго места в СССР в чемпионате. 2018 год. Европейский турнир. На поле вечные соперники. Франция-Россия. Крошка! 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 Прорвала кроху! Игрок ипатовского «Колоса» Сергей Крошка. Забивает. Конечно, круто, но сейчас как бы это уже входит в обычай, так должно быть уже. Россия должна всегда выигрывать, и уже мы привыкли к этому. Он – главная звезда матча с французами. Сергей Крошка, 29 лет. Тренер и нападающий игрок команды «Колос». Мастер спорта международного класса. Заслуженный мастер спорта России. Семикратный чемпион Европы. Отцу моему очень сильно нравился этот вид спорта. И он меня возил с самого детства еще. Я говорю, пап, хочешь, говорю, буду играть в мотобол? Он говорит, да ну ты что, ты не сможешь, это серьезный вид спорта, мотоциклы, травмы. Я говорю, ну я тогда тебе докажу. И Сергей доказал. Папе есть чем гордиться. В этом году сын стал чемпионом Европы и чемпионом России. Быстро возвращается в защиту. Удар! Сергей! 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 Крошка! Игрок ипатовского «Колоса» делает счет 4-0. Город Ипатово Ставропольского края трудно назвать мегаполисом. 20 тысяч жителей. Но здесь смогли сохранить любимый всеми жителями спорт и возродить «Колос» – одну из 6 российских команд по мотоболу. Здесь у них отличная база. Не в каждом городе найдешь такую необычную площадку – стадион, залитый бетоном. По положению должно быть твердое покрытие. Есть асфальтовые поля, вот здесь бетонное поле. А это крошкой ребята подсыпают, чтобы было скольжение, чтобы не закусывало на голом бетоне. Бывает, мяч закусывают, вот подсыпают, чтобы можно было виражи делать, то есть для удобства.
для красоты игры, скажем так. Юрий Назаров, судья соревнований по мотоболу, бывший игрок Ипатовского «Колоса», принял активное участие в восстановлении команды. В 2011 году, когда мы начали, возобновился «Колос», возродился, мы заняли сразу третье место. То есть я тоже непосредственный участник, игрок основного состава. В 2012 году я еще играл, но когда мне исполнилось 50 лет, я сказал: все, ребята, хватит, я завязываю, лучше я перехожу на судейские, скажем, судейский корпус. Так. То есть от меня больше пользы будет здесь. Алексей Молодушка, вратарь команды «Колос». В отличие от футбола, на поле нет центрального круга, но принципиально отличается штрафная зона. Ворота нет, не отличаются. Такие же размеры, как футбольное поле. Наша вот вратарская, мы называем ее 5-метровая, потому что по радиусу 5 метров. Я не имею права за нее выйти, а игрок не имеет права въехать в мою зону. Если вдруг он заезжает в зону, то ставится штрафной удар в те ворота. Если я выхожу, ставится штрафной удар в мои ворота. Если я выхожу двумя ногами, ставится пенальти, то есть 11-метровый. Голкиперы в мотоболе хоть и не гоняют на мотоциклах, но тоже надевают шлем. Слишком мощным может оказаться удар огромного мяча. Сотрясение часто бывает. То есть шлем даже не всегда может помочь. Помогает, но не всегда. На ворот остановился, это очень страшно. Поверьте мне, я вратарей не понимаю, как они. Это действительно страшно. Они бойцы, да. Это люди. Да, это очень нужно готовым физически быть. Все, и не страшно, что было. Но у тебя мотоцикл несется с такой скоростью. И не убежать на трибуну, не спрятаться. Да, это у нас неотъемлемая часть даже, ну, как-то уже не обращаешь внимания, да. Семен Халин, 26 лет, защитник команды «Колос». Кто играет на высоком уровне команды, это первые, в принципе, 4 команды в чемпионате, все пытаются доказать техничный мотобол, там, по распасовке, навесы, так как, я думаю, это достойнее выглядит, чем там, что ты там сбил кого-то, это никто не запомнит. Зачем это было? Это вид спорта, где сопы, опыт люди набирают. Не так, как в футболе, допустим, там вундеркинд какой-то. А здесь вот чем больше лет, ну, вот, я думаю, к 30 годам вот так вот мужают, мозги набираются, опыт. Посмотрим, что сделает Антон. Остановился, осмотрелся и вперед. Удар! Рикошет! Гол! 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 Впереди сборная России со счетом 3-0. Ну, я правша, сейчас я правый возьму. Вот, вот так ведется мяч. В отличие от классического футбола, на мотоцикле трудно мигом сменить траекторию. Игроки кружатся на месте, таранят и блокируют друг друга. Передавая мяч, выписывают дуги вокруг чужой штрафной, вытягивая на себя соперника. А потом резкий вираж, разгон, передача или удар. При ударе мяч, когда ты отпускаешь ногу, нога, то есть, уходит за мотоцикл, и мяч вот выкатывается, вот как раз он отсюда выкатывается, вот он. Да, он выкатывается как раз под удар. То есть, ну, все сделано так. Двигаться с мячом игрок может только на мотоцикле. Мяч нельзя возить. Он должен касаться поля. Для этого обычные кроссовые мотоциклы дорабатывают, прикручивая хитроумно вручную загнутые стальные дуги. Это
это бугель, это то же самое вспомогательный предмет, который помогает дугам водить, чтобы у тебя не попадал мяч на резину. То есть, если он попадет на резину, у тебя закусит мячик. Поэтому как бы это делается для того, чтобы вот вращение было от этой железяки к дуге, и тогда он будет там спокойно лежать мяч. А если он попадет на резину образно, или там под вилку сюда попадет, то сразу мотоцикл переворачивается. В каждой команде есть начальники и тренеры. А в мотоболе есть еще один крайне важный член команды. Без талантливого механика об успешных выступлениях можно и не мечтать. Слесарная мастерская, можно сказать так. Здесь ремонтируются мотоциклы. Естественно, под каждого игрока-спортсмена делается вилка, я опускаю, делаю подвеску. Ну, под рост подгоняется каждому. Вот, вот эти все защиты, это все мое изобретение. Подогнанные под каждого спортсмена бугели позволяют держать ногой мяч на скорости и в виражах. Мотоциклы бесконечно сталкиваются и таранят друг друга. Специальная защита закрывает от ударов тормозные диски, звездочку, глушитель и радиаторы. Ну, защита трубы. Это такой момент, как бы без него никуда. Постоянно. Ну, потому что постоянно защита тебя встречает. Они постоянно бьют в заднее колесо, в бок мотоцикла. Это постоянно в трубу. Постоянно, вот видите, труба вся помята. То есть постоянно сюда происходят удары. Механик команды Алексей Чебенко год от года совершенствует этот суровый спортинвентарь. Станок для сгибания арматуры – его личное ноу-хау. Вот делается вот эта штука, вот эта дуга, это под мячик, водить мяч. Я на этой штуке беру 12-й прут, 12 миллиметров, защита задняя. То же самое вставляю, хоп, кольцо готовое. У нас есть две марки мотоциклов. Это ТМ, производство Италии, вот на котором я играю. И у нас есть газгазы, это испанские сборки. Мотоцикл стоит 7-800 евро. Ну, грубо говоря, там 550 тысяч. Запчасти очень дорогие. Ну, как бы вид спорта вообще очень дорогой. Допустим, цилиндр с поршнем 1100 евро стоит. А если взять там образно мотор, мотор 5000 евро стоит. Мотоциклы специально разработаны для мотобола. Каждый подгоняют под рост ездока. Все клубы Франции, Германии, России, Белоруссии, Украины, Литвы и Нидерландов используют практически одну и ту же технику. Начнем с того, что это не транспортное средство, это спортивный снаряд. Поэтому, как любой, и тем более это технический вид спорта, значит, полностью все спортсмен зависит от мотоцикла. Он им управляет, это как бы, ну, его продолжение. Поэтому задача, конечно, сделать, чтобы надежно, чтобы спортсмен всю игру, которую он как бы готовился к этой игре, все, чтобы желательно, никаких ни поломок, ничего не было. Он отыграл эти нормально, там получается час у нас. Ну, если чемпионат Европы, там чуть-чуть побольше, там на один период, час 20, чтобы полностью выложились и не было сходов, не было поломок. Вес мотоцикла до 120 килограммов.
Длина 2,20. Объем двигателя 250 кубиков. Мощность около 50 лошадиных сил. Пример 50 лошадиных сил. Это стандартная 250 кубов, двухтактный спортивный снаряд. И, в принципе, его за глаза достаточно, потому что передать эту мощность на асфальт, посыпанный песочком, мы и так уже используем триальную резину. То есть уже лучшей резины просто нету. Вся проблема — мощность передать. Там и спускаем колеса, и камеры с боковым соском, какие-то разные хитрости придумываем, чтобы как-то передать мощность. Поэтому 50 лошадиных сил, я думаю, для игры в мотобол это самое оптимальное. Сначала нужно разобраться с техникой. Надо научиться сначала его контролировать, если ты газуешь. Контролировать эту мощь. И сначала с мотоциклом найти лад. А еще потом мяч добавлять. Еще нужно поле видеть, еще пасы отдавать. Плюс еще скоростя переключать, тормоза, рычаги. Ну, то есть сначала вот. Потом уже до мяча доходит. Это уже очень сложно становится. И только накатка это берет. Вынос вилки надо, чтобы был по максимуму поджатый к мотоциклу. То есть, ну, чем короче мотоцикл, тем удобнее на нем ездить. То есть в разворотах, владение мотоцикла, то есть все это проще. Чем легче мотоцикл, тем, ну, не так устаешь. Все равно как бы вес 118 килограмм мотоцикл, и его час надо. Не он тебя возит, а ты его возишь. Но в этом искусстве тренер и нападающий Колоса достиг вершин мастерства. Вертится волчком, скользит боком, за секунду разворачивается, сходу набирает невероятную скорость. На поле Сергей Крошка словно исполняет замысловатый и опасный танец. Настоящее родео на двух колесах. И 16 метров сейчас пробьет сборная команды России. За 10 минут 40 секунд до конца третьего периода. Удар! Гол! 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 И кто это? Сергей Крошка! Сергей Крошка, игрок Ипатовского Колоса. Останавливают игру арбитры. Есть! Россия! Чемпионы Европы по мотоболу. Поздравляем сборную команду России. Сборная команда России — чемпионы Европы по мотоболу. Поздравляют друг друга парни там. На площадке поздравляем друг друга. Мы, Россия, Россия, скандируют трибуны. Никто не расходится, никто не уезжает. Все продолжают болеть, все продолжают кричать. Каждая команда вот отличается. Одни грубияны, одни любят играть, ударить под тяжка. Вот смотришь, там вот такие вот напакости, что-то сделать, ударить под колено игроков. Вот просто видишь, да, вот со стороны. Раз смотришь, даже играл в сборную России с Францией, и тренер французский кричит: давай бей их. Ну, то есть они понимают, что они не могут выиграть. Они начинают грубить, начинают там что-то выдумывать. Или их ударишь чуть-чуть, они упадут картинно, не встают. Нашей команде нет равных. За последние 10 лет 8 раз мы чемпионы Европы. Турнир прошел в разгар российского первенства. Собрав сборную, наши традиционно разгромили всех соперников и продолжили выяснять, кто же теперь главный на домашнем первенстве. У нас контактный вид спорта. Это завораживающее зрелище. Защитник команды по мотоболу готовится к игре. А защищать первым делом здесь нужно самого себя. Нужна специальная амуниция. Каждый игрок на поле, который играет, в амуниции играет. Каждая своя, сейчас я покажу вам. Футбольные гетры, чтобы защита не натирала кожу. Футбольные щитки, причем задом наперед. Девай сзади, чтобы их защитить. Сзади по ногам подобьют. Большие хоккейные щитки на колени и голени. И еще гетры. Фиксировать на колени, чтобы они не входят. Штаны для мотокросса со вставками для вентиляции. Потеешь, естественно, но не жарко.
Снова гетры, чтобы все сидело плотно. И угрожающего вида ботинки с хоккейными шнурками. Шнурки надо спрятать. Сильный шнурок, он без капот может попасть в цепь. Колесо также. Сверху жесткая пластиковая защита, из-за которой кажется, что на игроках армейские сапоги. Спасает, ну, синяки остаются. Хоккейные налокотники. Майка с символикой команды. Специальные мотоперчатки. Они с защитой у нас идут, с карбоном, чтобы пальцы не прибивать. У нас контактный вид спорта, пальцы прибиваться часто. Ну и, естественно, человек на мотоцикле должен надеть шлем. Комфортно, я привык уже к этой форме. Вот только теперь не страшно выехать на поле. Сегодня в России от былого массового увлечения мотоболом остались только 6 команд, стойких и верных традициям. Агрокомплекс «Заря» и «Комета» из Краснодарского края. Ковровец из Владимирской области. Колос из Ставрополя. Самый титулованный клуб «Металлург» базируется в Подмосковье. Самый сильный, самый так, принципиальный – это видновский «Металлург». Мы как бы с ним уже сколько лет и никак не можем продавить. Если честно, конечно, сложнее. Так были бы какие-то секреты, все. Так они все секреты знают, и я ничего не скрываю, делюсь, потому что там ведущие игроки в сборной Выпатова. Вот. И на чемпионате Европы хочется выиграть, и отдаешь полностью спортсмену все, что ты знаешь, чтобы получалось. И потом это получаешь. Ну, это приятно получается. Клуб из Видного – самый богатый и титулованный в России. Почти два десятка лет «Металлург» не снимал корону. И мириться с этим вечно серебряным ставропольским парням с каждым годом все труднее. Для меня, например, было бы почетнее выиграть чемпионат России, так как мы уже давно соперничаем с «Металлургом», но это самый титулованный клуб, на нем сборная база образуется. То есть хотелось бы победить их, ну, доказать самому себе что-то там. Поставив амбициозную цель стать первым мотобольным клубом страны, ипатовские спортсмены взялись за дело завидным упорством. Золото засияло за вершинами серии плей-офф. Осталось только играть и выигрывать. Мы сначала в регулярном чемпионате чуть недооценили соперника и оступились. Но потом на стадии плей-офф мы не так слаженно сыграли, как команда, поэтому потерпели 2 поражения. И нам не хватило 1 очка для того, чтобы быть первыми снова. Бывают у нас сборы сборной России. И там же я их тренирую и учу, как обыгрывать, как и чего. Но они много почерпнули, сами что-то придумали. Вот. Мы у них тоже кое-что перенимаем. Вот. Они блестяще придумали новую тактику прикрытия. Она в этом году у них работала. 4 игры выиграли они у нас. Они у нас 4 выиграли, ну и мы тоже 4. 2 в плей-офф и 2 на кубке. Ну так, если это разобраться, то ничья, но... Основные правила игры футбольные. Но жесткий стиль сражения больше напоминает хоккей, признают игроки. Такой же, как и футбол, в принципе. Но больше у нас к хоккею там удаление, карточки, жесткость. Побежает эту игру. Я тебя собью, я тебя там убью, догоню. Ну, бывает такое. Сразу без разговоров красную карточку. На, иди сбивай так. Перейти через центральную линию на другую сторону поля игроки могут только через пас, тоже как в хоккее.
За игрой следят два полевых арбитра. Играют 4 периода по 15 минут. Здесь нельзя ни со стороны мяча атаковать соперника, не со стороны мяча. Нельзя бить поперек, нельзя в ногу бить, нельзя драться, нельзя ногами бить соперника, нельзя на вратаря наезжать. Ну, то есть очень много правил. Даже вот, ну как, поднял на заднее колесо спортсмен мотоцикл во время игры. Это уже нарушение, 2 минуты будет отдыхать. Последний раз в Коврове у нас произошла потасовка. Вот молодой парень Руслан Теряев. Не поделили они что-то мотоциклы и зацепились. Все как и в футболе, специальная игла. Качаю мяч я под каждого игрока. То есть кто-то любит более плотный мяч, кто-то любит более, не знаю, мягкий мяч. Но если сильно будет он мягкий, сильно спущенный, то вероятность того, что игрок может просто упасть. Мяч в руках вратаря из-за своих размеров скорее напоминает шар. Длина окружности 120 сантиметров, вес больше килограмма. Я вот с курсом, не знаю, какой сейчас курс, ну, более 5000 рублей мяч стоит. Точно не буду брать. Заказываем во Франции. Мячи 40-50 заказываем все, чтобы был всегда запас. Потому что у нас есть и детская команда, и юниорская. Всем нужны мячи, всем нужно тренироваться. Вот мяч тоже был новый, мы его накачали на игру, но неудачно попал в мотоцикл, и просто камера взорвалась. То есть поменять камеру, и можно тренироваться и играть. Еще пригодится. Многие еще вот ребята, которые не видели мотобол, как можно такой мяч пропустить? Вот у них вопрос, как его можно пропустить? Ну, став на ворота, его пропустить можно и между ног пропускать, как говорится. Что обидно для вратаря, ну и все бывает. Вот, например, вот эти мячи, они все равно чуть полегче, чем были вот эти мячи. Не знаю почему, вроде один производитель, но вот они чуть изменили дизайн, чуть там, может, я не знаю, кожу, покрытие там, и все, и он уже чуть по-другому летит. Это великолепная игра, достопримечательность нашего города. Мы практически на каждую игру ходим сюда, смотрим с ребенком, ей нравится, с супругой. Ну, это как традиция нашего города и нашей семьи, поход на эту красивую игру. Сегодня на своем поле «Колос» принимает кубанский агрокомплекс. Почти полные трибуны, болельщики сосредоточенно засыпают шелухой от семечек. Это финальная игра сезона, за которой решающая серия плей-офф. Мне очень нравится эта игра.
смотреть. Сам себе сапожник. У игроков Мотобол самая экзотическая спортивная обувь, уникальная, ручной работы. Несколько раз за сезон ботинкам нужен трудоемкий ремонт. Ну, это вообще простая процедура для любого мотоболиста, кто занимается, так как все связано со скоростью, естественно, износ происходит быстрее. Подошва меняется всегда, так как изнашивается. Вот мы это сейчас как раз и продемонстрируем. Обшитые кожей ботинки от коньков поставлены на высокую основу, в которой снизу прибивают резиновую подошву из автомобильной покрышки. Протектор изнашивается, спортсмен регулярно его меняет. Мы ищем эти покрышки, как эти черные искатели. Для ремонта нужно отыскать старую покрышку, лучше советскую, с капроновым кордом. Видите, оно же грязно, вот если заметить, оно в грязи где-то. Ну вот бабушек где-то в огородах еще есть тут. Всегда где-то пока находим, то кто-то привезет из болельщиков, то бывает на картодроме, бываем, там тоже советские находки бывают. По контуру своего ботинка нужно разместить и вырезать новую подошву. Резать легче, если нож мокрый. У нас вода с пеной, элементарно все просто, как бы. Я просто порошок добавляю. И то есть начинаем вырезать все. Это по контуру ботинка. Дело такое кропотливое. Постоянно усилия. Не так-то просто, да. Видите, так что мы ботинками тоже, если что, сможем заниматься потом обувью. В обувной цех пойти работать. Пригодимся, если что случится. Словно профессиональный сапожник, игрок в мотобол вооружается гвоздями и прибивает подошву к основе. Непосредственно необходимы нам гвозди у нас. Гвозди есть разные. Размер есть потолще, так как на пятке, если вы обратите внимание, тут расстояние больше, мы тут нужно посильнее прижать такими гвоздями. На носке чуть потоньше гвозди, чтобы через палец не доставали. Мы уже эти тонкости все изучили, уже не первый раз. Внешние повреждения чинит вовсе экзотическим методом, нагревая паяльником кусочки клея. Запах у него своеобразный, такой как вот пластика или еще чего-то. Но это у нас тут один единственный такой клей, которым что-то где-то мы вот добавляем. Да. Ну вообще он в Беларуси производился. Ну и производится, наверное. Но у нас запас еще как бы есть. Ничего необычного. Нападающий готовится к игре. Вот я накладу сюда армировочную сетку такую. Можно разное со строительства иногда подходит. Можно из бинта, если, как говорится, нету подручных. Ну, чтобы усилить это все. Вот непосредственно берется у нас паяльник уже заранее прогретый. Вот. И как бы он расплавляется у нас. Он, видите, какой. Да, и тоненьким слоем, то есть на эту сеточку мы наносим, наклеиваем, делаем как дополнительный слой защитный. Гуталином обязательно также выходим перед игрой на построение, приветствие, приходят зрители, плюс бывает на международных соревнованиях выступаем, поэтому, конечно, внешний вид нужно всегда поддерживать, вот, как военный. То есть, ну, элементарные, да, такие-то. Как в армии учили, гуталинчик, да. Удовольствие получаем от игры. Как в футболе, за опасные нарушения в своей штрафной судья назначает 16-метровый штрафной удар. Игроки строят стенку, паркуясь перед воротами в два ряда. Но мало кто пытается пробивать защиту. Эффективнее дать пас, перевести мяч во фланг и провести атаку.
Счет 4-3 в пользу хозяев поля. Зрители довольны. Игра в целом прошла хорошо. Соперник это наш, можно в принципе сказать, принципиальный. С ними мы постоянно боремся, у них дома играем постоянно, в ничью играли. Это вот в этом году мы только с ними у них выиграли. Здесь как бы мы с ними постоянно играем, как бы нам легко удается это все. Нам было сложно. Мы с собой взяли всю молодежь, самому старшему 25 лет. Вот, я самый младший, 18 лет. И вот. Ну, конечно, у них опыта побольше, чем у нас, но мы будем стараться догонять их. У них защита хорошая, она непробиваемая у них. Вот. И нападение крошка Сергей очень сильное. Плечиком. Сегодня было много на игре. У нас любят его этот вид спорта выпадало. Любят коврови, любят видном, любят перепиской. Это была заключительная игра чемпионата. Теперь нас ждет плей-офф. Предчувствовали сенсацию и мечтали о ней игроки «Колоса». Ждали плей-офф и спортсмены «Металлурга». Опытные тренеры, вся команда прекрасно знали об амбициях команды из Ставрополя. У нас такой клуб, против которого даже одна из самых слабых команд в нашем чемпионате будет очень сильно упираться и давать тяжелый бой для нас. Чемпионату. Мы занимаемся в спортзале, ездим на сборы, вывозим команду на сборы, проводим сборы, там, плавание, спортзал, футбол играем. Так как мотобол это сродни футболу, здесь много таких комбинаций, вот вы видели пасы, есть такие моменты, которые ну, похожи на футбол. Поэтому игроки играют в футбол, чтобы развивать свое мышление. Футбол у нас зимой, ну и даже можно сказать круглый год у нас футбол присутствует в команде. То есть, если ты не будешь играть в футбол, это будет тяжело играть. Чувство как бы паса, удара, видимо поле и тому прочее. Футбол нужно понимать, конечно, где какие передачи отдавать, где соперника, где разрезать, там, обострить ситуацию, пас какой-то дать. Конечно, нужно разбираться в футболе. Без особого труда, одолев остальных участников турнира, заклятые соперники наконец вышли на свой решающий поединок. Давно на бетонных полях не разыгрывались такие грандиозные битвы.
вот уже Сосницкий выехал, капитан команды «Металлург». О, вот это нарушение, это наезд. Но, гол, гол, девятину. Девятину забивает крошка Сергей. 4-2 становится. Реальный шанс потеснить с пьедестала именитый клуб заставил команду Сергея Крошки сотворить эту сенсацию. 4-2. Чемпион и всегда будет. Колос — это очень давно команда это была, и сейчас ее молодцы, что все возродили, и очень я всем благодарен, и всем эта игра просто. Футбол не сравнится с мотоболом. Смотрите мотобол. Игра на самом деле очень интересная. Советую всем хотя бы раз в жизни эту игру увидеть в реале. Поверьте мне, когда команды равны, есть соревновательность, тогда это очень интересно. Это выглядит довольно странно. Есть поле, мяч, арбитры, ворота, воротах вратарь. Но на поле мотоциклы. Игроки отдают техничные пасы, выполняют остроумные прострелы и тонкие навесы, наносят пушечные удары и, порой, нарушая законы физики, забивают много и красиво. Раньше техника была не такая, были скорости не такие. Если, ну, были скорости, но сейчас техника совершенно другая и зрелищнее, на мой взгляд, зрелищнее, потому что скорости увеличились, жесткость, все это. То есть есть отличия, конечно. Раньше мотобол был немножко прямолинейнее, сейчас все это пасы, комбинации. Ну, то есть время идет вперед, как и везде. Я думаю, это очевидно. Я получил травму в игре в полуфинале. Вот отбил мяч и потянул мышцы локтя и плеча одновременно. И вот я просто слышал сквозь боль, выбежала скорая, как комментатор стал говорить: давайте поддержим Алексея. И все трибуны стали кричать: Леха, Леха. Дай бог, чтобы развитие было этого спорта, то с этим вот самое сложное. И смотреть его надо только вживую, так как люди не до конца понимают зрелищность. Ребят полно приходят. Ребят много, это радует. Идут, идут, идут. Их не на что сажать. У нас там по 60 человек занимается. Детишек. В мотоболе есть прекрасная традиция. После каждой игры спортсмены без устали катают на своих мотоциклах детей. И восторг на их лицах – лучшее украшение матча и повод верить в будущее этой уникальной игры.